как корона, видите, такая интересная. Это оно так проточило с подшипником, или как такое могло получиться? Куга М4 Pro, проблемка с рулевой. Зазор исчез. И теперь руль тяжело крутится. Застревает прям вот. И такие звуки издает. Надо сейчас как-то решить эту проблемку. Ну, в принципе, проблемка небольшая, но противная. Разобрал все. Алюминий по алюминию. То есть вот по этой вот кромке вот трется. Вон, стерлась краска. Почему такое происходит, я не знаю. Получается, что у нас конструкция, которая должна упираться вот этот вот, вот именно вот сюда, в внутреннюю чашку. Подшипник, кстати, в идеальном состоянии, абсолютно целый. И здесь, если посмотреть вот на эту вот штуку, здесь есть такая, ну как, ступенька. То есть по факту оно не должно тереть. Ну вот место, кстати, трения. Алюминия по алюминию. Я могу, конечно, болгаркой все это сточить просто, да и все. И на этом все закончится. Вот эту вот как бы крайнюю часть. И все будет very well. Как корона, видите, такая интересная. Это оно так проточило с подшипником, или как такое могло получиться? Интересно мне знать. Очень интересно. Здесь вот такая вот штучка. Неужели это от подшипника? Так что, получается, вот эта часть разбилась, промялась от подшипник. Об вот эту внутреннюю часть. Вот об эту вот. Вот об эту. Корону. Внутренняя часть подшипника, получается. Она сделала здесь вот такую вмятину. И теперь оно просело и достает вот этим делом. То есть сейчас по факту даже вот эта вот часть, вот эта, она у нас трется вот, вот об эту часть. Интересно. Я сейчас сотру, конечно, это все по кругу, чтобы оно не терлось. И посмотрим, что будет дальше. Вроде трещин нету. Это стерлась краска вот об эту штучку. Она в нее прям зацепляет. Ладно, продолжаем. Так, все, смазал, почистил. Под трубкой, в трубке, везде все. И намазал тоже везде. И здесь даже намазал. Здесь чистил грань. Вот. Ну, миллиметр, наверное, убрал. Этого должно хватить по всему периметру. Сильно париться не стал. Красиво. Так что сейчас буду собирать. Все, закрутил. С герметиком, как обычно. Руль крутится шикарно. Вообще легко-легко. Легко-легко. А то еле ходил вообще. Ребята, смотрите, видите, как здорово? Вот у нас руль. Вот у нас крепление для проводки, которое вынесено наружу. Мне не нужно разбирать деку, откручивать все эти, короче, контакты, разнимать, да? Не говоря о том, что их можно еще и на руле рассоединять, после того они вообще не работают. Вот. Откручиваю здесь, потом вот эту раскручиваю часть, потом отстегиваю провода,
кладу все это на пол, разбираю, все. У меня нет гемора с проводами, которые проходят внутри вот этой деки. Я не знаю, кто-то не понимает, что это очень круто. Очень. У Куга М4 проблема с этим, с этой частью. Она может лопаться, еще что-то. И постоянно лазить, разнимать эти провода, рассоединять. Это, ну, это ужас полный, ребята. Так намного лучше. Не знаю.